Первый фестиваль «Домбыра Фест» прошел в Кокшетау. Мероприятие объединило 1000 профессиональных музыкантов, артистов оркестра казахских народных инструментов, учеников школ искусств. Поучаствовать во флешмобе пришли просто любители игры на национальном инструменте. Они одновременно исполнили композиции известных казахских кюши. Из года в год растет интерес к искусству игры на домбре. Очень много детей посещают творческие кружки. Сегодня здесь собралось много людей, чтобы вместе исполнить кю. И пришли не одни, даже привели своих детей. Все это имеет важное значение в воспитании подрастающего поколения, в укреплении национального духа и развитии нашей культуры.